Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Сергей Трейсер. Это очередная, вторая уже часть видео о том, как я буду строить свой домик в лесу. В общем, ребята, если вы не смотрели прошлый ролик, после этого посмотрите его. В прошлой части мне удалось построить вот такой вот каркас. И сегодня я пришел для того, чтобы сделать вот эту стенку. И если хватит времени, сделать еще ту стенку. Потому как кажется, что это вроде легко, но на самом деле начинаешь это делать, как-то время уходит. Пока что ночевать я здесь не могу оставаться, поэтому придется укладываться в один день. Что получится сделать, то получится, но не получится, так не получится. В общем, сейчас у меня в планах вот это вот бревнышко. Я сделаю такую типа перекладину сверху здесь, потом пущу еще две вот такие палки туда. И это будет дверной проход. Потом остальное пространство я зашью дерево. Если хватит времени, то еще сделаю сегодня ту стенку. Крышу я пока что делать не буду, я буду крышу делать в следующей части. Пишите в комменты, с чего делать крышу, потому как я еще полностью не решил, какое покрытие выбрать на крышу. Есть варианты сделать с камыша, но нужно будет поехать где-то на речку, нарвать его, поискать. Я надеюсь, что получится. В общем, ребят, не буду много болтать в самом начале, потому как работы очень много, поэтому приступаем. А вы уже, ребята, слышали шутку, кем вы хотите стать после карантина? Пока я сижу дома, я освоил профессию командира корабля, историка и техника. И все это благодаря игре в World of Warships. World of Warships — это динамическое рубилово на огромных морских судах, в которых можно взлетать, стрелять, торпедировать, а главное — неизменно попадать по врагам. Здесь представлены не только реально существовавшие корабли, но даже те корабли, которые были заложены, но так и не были достроены. Специалисты мира кораблей провели большую работу по изучению оригинальных чертежей и воссоздали самый крупный артиллерийский корабль, когда-либо строившийся в СССР — линкор «Советский Союз». И его командиром может стать любой из вас. Отличная премиальная графика, тщательно сделаны модели кораблей, исторические ветки компаний, в которых вы будете узнавать интересные факты из истории о легендарных кораблях и мировых военных деятелях. Игра отлично оптимизирована благодаря гибким настройкам графики, пойдет без лагов даже на слабеньком ноутбуке. А главное, совершенно бесплатно. Регистрируйся по моей ссылке в описании и получи подарки на 1000 рублей из премиум магазина. Премиум аккаунт на 30 дней, японский премиум эсминец Тачибана Лима и 1000 дублонов и 1 миллион серебра. В общем, не знаю, как я сейчас буду это в одиночку делать, но приступаем. Думаю, короче, закрепить вот эту перекладину где-то на вот такой вот высоте. Сейчас одну сторону прикручу, потом как-то пойду поровняю горизонт ее. И потом, если кто-то еще не понял, я прикручу две такие палки на ширину как раз дверного проема. И остальную часть надо будет зашить. Я думаю, где-то вот такой высоты будет в самый раз достаточно. По-хорошему было бы, конечно, в сторону, ребята, отойти, посмотреть, есть ли горизонт. Но я надеюсь, что он здесь есть, потому как если я отпущу, оно упадет сейчас. Поэтому надо просто брать и прикручивать его. Офигеть! Да, надо было кого-то звать на помощь, ребята. Например, Супер Суса. Так, надеюсь, ребята, это все ровно сейчас выглядит. Вот так, мне кажется, ровнее будет. Нужно будет зашить вот эти участки. Я надеюсь, оно лучше укрепит вот эти палки, и потом можно будет вверх зашивать. Кстати, вот смотрите, когда сделал дверной проем, сразу насколько меньше нужно зашивать. Но все равно придется потом еще в будущем делать двери, поэтому вот этот кусок, он никуда не денется. Но я двери сделаю другой раз, нужно с собой будет взять петли, на которых, собственно, и будет вот эта дверь. В общем, ребята, как-то так это все выглядит, но если вот так рукой потрогать, оно, ну, как бы вроде надежно, но если дать усилие, то уже будет не очень надежно. Смотрите, сейчас я вот так палочку положил. И я думаю, сейчас вот так набрать аж до сюда. И когда я вот это все буду на саморезы скручивать, оно кое-как укрепит сейчас эту конструкцию. И она, ну, кое-как, надеюсь, будет стоять более-менее надежно. Если в нее, конечно, с разбега никто не вторанится. Кое-какой фундамент на сегодняшний план работ уже заложен. Сейчас, короче, вот прикручу вот это бревно и буду вот так постепенно доверху набирать. И надеюсь, что оно коробку дверную кое-как усилит. Но меня смущает тот момент, что нижняя стенка, она, ну, по сути, она будет там с той стороны закреплена, а здесь вот эта часть будет гулять. И если там какой-то кабан ударит, либо там лиса, либо собака, либо просто я споткнусь, упаду, то, ну, короче, оно не очень надежно будет, и надо как-то укрепить. Я думаю, возможно, потом, когда стенку закончу, я внутри забью такие колышки и саму стенку еще к вот этим колышкам прикручу. Но это по ходу будет, потом решим. Сейчас уже, в принципе, я думаю, можно начать прикручивать. Вот эту стенку, наверное, буду набирать с вот таких не очень толстых бревнышек. Их будет проще искать, потому как, на самом деле, вроде лес, но проблематично искать дрова, чтобы они более-менее подходящие были, более-менее ровные, желательно еще и сухие.
пилка уже немножко затупилась, потому как вся землянка в Чернобыле строилась тоже вот этой пилой. Здесь уже немножко попилил ею. Короче, тупенькая, надо какую-то покруче выбрать. Для вас, ребята, прошла 1 секунда, для меня прошло уже пару часов. Вот так все выглядит, как будто я практически нифига не сделал, но это на самом деле не так. Как видите, обшил уже практически одну сторону. Очень проблематично ходить вот так по лесу, подбирать бревнышки, плюс-минус, чтобы они были одной ширины. Хочется еще тоже выбирать такие полена, чтобы минимум отходов от них было. В общем, время беспощадно идет, сейчас уже 4:20. Короче, я понимал, что объем работы на сегодня очень большой будет, поэтому взял с собой большую такую курицу. Сейчас попытаюсь ее как-то запечь, попытаюсь вырыть яму, сделать что-то такое наподобие тандыра. Ну, конечно, это будет не тандыр, но что-то похожее минимально на тандыр. И надеюсь, что хоть как-то там частично курица запечется и можно будет ее похавать. Вот такая вот ямка, сейчас еще чуть-чуть прочищу ее. Тут немножко обкопал, потому что лес такой немного опасный. Не хотелось, чтобы полиция пыталась на меня еще один пожар повесить. Надеюсь, все будет хорошо. В общем, с костром не буду сильно заморачиваться. Взял с собой уголь. Вон там у меня курица замаринованная. Сейчас, короче, высыпаем в эту яму уголь. Дымок такой черненький пошел. Не знаю, наверное, немножко много угля насыпал. Нет времени играться с костром, там, короче, туда-сюда, потому как очень много работы. Скорее всего, еще придется завтра приезжать сюда доснимать этот видос, потому как день уже скоро заканчивается. Но я еще сегодня обязательно поработаю. Хотя бы одну сторону закончить и вторую начать было бы очень хорошо. Так, сейчас, надеюсь, пожара не будет. Пускай сейчас самую малость прогорит. И потом с вот этой бутылки достанем курицу, там замаринованная курица. Надеюсь, получится что-то вкусное. Хотел изначально, ребята, делать что-то наподобие тандыра, но понял, что получится что-то такое криворукое, поэтому решил, лучше не буду тандыр делать, лучше просто вот так на вот эту палку одену курицу и типа такой вертель сделаю, на вертеле пожарю. Все, ребята, уголь прогорел, я там немножко еще поработал. Сейчас достаем курицу. Блин, здоровая такая. Наверное, сам не съем столько. Ну, если что, остатки домой заберу. Так, теперь как-то надо сделать, чтобы она не проворачивалась здесь. Ну, или придется ее руками поворачивать. Все, вот такой вот вертель. Печется вот так вот, ребята, курочка. Не знаю, сколько ей понадобится времени, но курица вроде как быстро запекается. Единственное, что я не знаю, может сейчас саморез такой сюда вкручу. Хотя, потому как она, ну, болтается. И только я не знаю, наверное, саморез не очень хорошо будет вкручивать. Надо сейчас как-то придумать, зафиксировать ее на вот этой палке, чтобы она не крутилась. Смотрите, ребята, верх жопы курицы немножко уже пригорел. Вставил такую вот хрестовину. Кое-как должно, по идее, держать. Очень приятно, ребята, что под прошлым видосом набрали достаточно много лайков, комментариев. Очень приятно, я все комментарии читал. Хорошо, что очень рад я, кстати, что меня поддерживают многие по поводу строительства вот этого вот проекта. Я надеюсь, что я его завершу. В любом случае, я его закончу. Я надеюсь, что получится классно. Пишите еще свои какие-то рекомендации по поводу крыши. В следующем видосе либо займусь крышей, либо займусь заготовкой материала для крыши. Также, кстати, ребята, многие хотят видеть контент такой, как был раньше, несколько лет назад на моем канале. Слово на букву Р. Я его даже боюсь теперь в Ютубе вслух говорить, потому как я где-то 1.5 года назад больше, чем на 100 миллионов просмотров удалил старых крутых роликов много. Сейчас еще недавно мне написал и YouTube, и Роскомнадзор. Мне пришлось еще где-то 60 миллионов, на 60 миллионов удалить роликов. И сейчас там, ну, на канале у меня можно найти только какие-то сталкерские ролики. И то некоторые, кстати, пришлось поудалять. YouTube очень сильно зажимает гайки, ставят меня в какие-то рамки, поэтому спасибо, ребята, за вашу поддержку. Кстати, многие писали, чтобы я загрузил эти ролики куда-то там в ВК или еще куда-то, но в ВК я сейчас не сижу, поэтому можете по ссылке в описании переходить в мой Facebook. Я буду туда там каждые несколько дней один выгружать старый ролик. Я надеюсь, что вы их там сможете увидеть, кто захочет, посохраняет, потому как я не знаю, как Facebook к такому контенту относится, но надеюсь, что пару роликов туда пройдет, поэтому там добавляйте меня в друзья, приму только знакомых, конечно же, но можете быть подписанными на меня там, и когда у меня будут там новые ролики выходить, вы в ленте будете их видеть. Ну, либо просто заходите на страничку там, я вот на момент публикации этого ролика я уже какой-то старый видосик выгружу туда. Так, что-то там уже подгорает у меня, пойду немножко потушу курицу, пару раз еще ее поверну и надеюсь, скоро она приготовится. Вот так вот, ребята, выглядит моя курочка, немножко она подгорела сверху, а внутри она, скорее всего, приготовилась в самый раз. В общем, приятного мне аппетита и приятного аппетита вам, ребята, если вы сейчас кушаете.
В общем, как-то так теперь выглядит мой домик. На самом деле уже наступил другой день. Я вчера просто приехал в обед и многое не успел. Удалось зашить только вот эту стенку. Короче, я вчера похавал и поехал домой, потому что уже вечерело. В общем, сегодня вернулся, дозашил вот эту стенку. Решил зашить вверху вот этот треугольник. Как видите, да, он немножко другого цвета. Я когда его закончу, там в следующий раз приеду, сделаю там рисунок в центре этого треугольника. Можете свои догадки, что я там нарисую, написать в комментариях. Я думаю, это несложно догадаться. То, что я там нарисую. Вот эта стеночка, она, наверное, будет выглядеть чуть-чуть по-другому. Я думаю, я здесь таких пару а-ля арматурин, только деревянных, вставлю и между ними заплету, короче, такими тонкими-тонкими ветками. Вот типа как вот валяются куча тонких веток. Я такими заплету, потому как очень долго, на самом деле, вот так зашивать вот эти стены. Очень много времени уходит на то, чтобы подбирать правильную какую-то древесину, чтобы они ровные были, плюс-минус одной толщины. По поводу деревьев. Ну и дерево жалко. И, кстати, да, ребят, по поводу деревьев, если вы видели там в первой части, я рубил, получается, здесь раньше была вырубка леса, и остались пеньки. Из пеньков растут вот такие, получается, с одного пенька сразу таких пару, короче, палок вверх растет вот таким пучком. Я вот стараюсь весь пучок не уничтожать, я просто там не самую толстую, выбираю одну какую-то ветку, выпиливаю ее. То есть это как бы неполноценные деревья, но в любом случае это деревья, поэтому стараюсь сильно не издеваться над лесом по возможности, как получается. Так что сильно строго меня не судите за это. Как уж есть, я думаю, сильно большого я ущерба не принес этому лесу. В будущем, может быть, там летом надо будет купить каких-то саженцев, где-то пойти, так сказать, замять грехи и высадить обратно какие-то деревья, которые я спилил. А этот видосик уже подходит, ребята, к концу. Если он вам понравился, ставьте лайк. На самом деле ушло много усилий. 2 дня сюда ездил, чтобы снять это видео. Вроде так с виду не скажешь, что я что-то, знаете, там сделал, но, блин, не покладая рук, работал. Так что я надеюсь, я заслуживаю лайк. Пишите комментарии по поводу строительства. Пишите просто какие-то комментарии. Это поможет продвижению ролика. Буду вам за это очень благодарен. И добавляйте меня в Фейсбуке, в друзья. Смотрите там мои старые видосики. Потому как я надеюсь, что они, наверное, только там будут выходить. Я надеюсь, что Фейсбук их пропустит. Короче, как-то так. Все, пацаны, девчата. Всем до новых встреч. Всем пока.